Володя всегда очень по-доброму к ней относился. Он написал ей эссе о ней и два, да, вот я хотела сказать несколько эссе. И предисловие, по-моему, да? И предисловие книги. Он дал ей такой вот путь творческий, которым она и пошла, собственно говоря, и вот какую-то точку, которую вот сейчас вы увидите. Марлена Мош. Я прочитаю одно стихотворение, которое я посвящаю ушедшим друзьям, близким. Куда уходит жизнь? Но как она уходит? Последний магикан, он развернул свой лист. Куда уходит жизнь? И как она уходит? И задал он вопрос, но на ответ не зри. Когда закат очей преотразится в солнце, луна тогда вдохнет последних ливней всплеск. О море, волны все прольют слезу до донца, как отзвучит закат, так сменит брови лес. Я задаю вопрос, вопрос сочится в землю. Вопрос стоит капкан, не жди, ищи ответ. Как мальчик тихо рос, как рвутся к солнцу ели, как льют вино в стакан, как мотылек на свет.